Всех приветствую, дорогие зрители моего канала, с вами снова я, Blacks Infinity, и наконец-то вышло промо последнего сериала, это «Стрела». Промо к 10 серии, которая называется «Кто ты?». Давайте выясним, что да как, давайте узнаем, подтвердился ли слитый сценарий, о котором я говорил чуть-чуть раньше. Если кто не видел, то найдите видео про черную сирену. Давайте узнаем это, погнали. Опа. Сирена. Прометей. Пацаны, все. Отлично. Вот эта вечеринка, помните, я говорил в сценарии, вот она, вечеринка. Вот эта вечеринка. Музон крутой, мне музон нравится. Зеленая стрела был, ну, поняли, типа. И управляли зеленой стрелой, чтобы убить Мэлоуна. А это что за сцена сейчас, подождите. Они с Кёртисом куда-то бегут, да? Нихера, что это такое? Это Мэлоун или чё? Ой, нет, не Мэлоун, он же Чейза пошел попросить детектива. Поняли. Херню не сон. Короче, Чейза в слитом сценарии Оливер попросил Чейза, типа, за Дигла заступиться. Ну, видите, это сирена. И она говорит, наконец-то кто-то узнал об этом. Прям как в сценарии. Все, короче, я же говорил, седап даун. Они это в сценарии потом удалили с Reddit, попросили удалить. Короче, тупые дебилы. Слитый сценарий оказался правдой. Ну что ж, ребята, я посмотрел новое промо стрелы. Очень рад, что вовремя сделал видео, потому что черная сирена... оказывается, на самом деле появится в 10 серии. Это подтверждено, все, черная сирена есть. Судя по слитому сценарию, нас ожидает Барри Аллен в серии. Не знаю, как его покажут там или нет, но Прометей освободил ее Прометей. Значит, Прометей реально жесткий тип, что аж в Старлапс пробрался. Но было, ребята, была надпись, что, ну, то есть в этом сценарии также было то, что Прометей пробрался в Старлапс и оттуда похитил черную сирену, то есть... Это уже, помню, люди писали, типа, Blacks, это полный бред, такого точно не будет. Ну все, ребят, ваш бред подтвердился. То есть, это не мой бред, это слитый сценарий. То есть, претензии к Седабу уже, то есть, это вот у них так. Но, в принципе, что там, Прометей же лютый гений, он с легкостью мог обойти все системы Старлапса, все охранные системы, ну, как все охранные, все две. Там, на входе и на выходе вроде у них. А, у них нет охранных систем, точно, я забыл. Ладно, короче, вот как-то так, Прометей вместе с Сиреной. Ну, а в чем смысл тогда ждать 10 серию, если я и так все про нее знаю? В конце появится другая черная канарейка. Да. Италия Альгуль будет в серии. Ну, короче, понятно. Вот, можете заходить в то видео. В то видео, оно будет в конце, там ссылки я оставлю, аннотацию на нее. Заходите на то видео, смотрите, если вам интересны спойлеры к там к 10 серии. Уже это точные спойлеры к 10 серии. Полный пересказ 10 серии имеется на канале. Если вам плевать на спойлеры, то можете зайти и послушать их. Ну а с вами был я, Blacks Infinity. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Конечно, подписывайтесь на канал, чтобы узнавать серии, сюжет серии до того, как они выйдут. Ой, седап, у вас там крысы работают. Надеюсь, что вы избавитесь от крыс, потому что утечка слива слив сценария — это всегда плохо. Это всегда плохо. Все, с вами был я. Всем удачи, пока, берегите себя. Пока-пока.